Всем привет! С вами ОФП ПРО и меня зовут Ольга. Сегодня сделаем тренировку с вами на ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Тренировка состоит из 5 простых упражнений в 3 круга по 10-15 повторений каждого упражнения. Итак, эти упражнения, может быть, вы уже видели. Но я постараюсь вам очень четко объяснить, в какие углы нужно заходить, чтобы максимально проработать ягодицу. Ну что, погнали? Итак, первое упражнение, его можно считать разминочным. В простонародье его называют штопор. Мы встаем на полусогнутую ногу, желательно так, чтобы угол был чуть-чуть, может быть, меньше 90 градусов. Ягодицу назад, вторая нога маховая, у нас прямая, и спина тоже. Поднимаем одновременно ногу и руки. 10 раз на одну ногу. Раз, два, три, четыре. Восемь, девять, десять. Ой, затекла ягодица сразу. На другую ногу. Повторяем. Приседаем, так, чтобы почувствовать ягодицу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять. Выдыхаем немножко, отдыхаем. И готовимся к следующему упражнению. Сейчас будет глубокий выпад назад. Вообще, выпады есть вперед, есть назад. Чем нехорошо делать выпад вперед, тем, что загружается больше передняя поверхность бедра. В то время, когда мы делаем выпад назад, у нас прорабатывается на уступательное движение задней поверхности ягодицы максимально растягивается. Давя на пятку, возвращаясь, мы делаем максимальное усилие нижней частью ягодицы. Итак, тоже по 10 раз, но здесь мы уже делаем попеременно. То есть то правая, то левая нога. Того получится 20. Итак, поехали. Раз. Два. Максимально выпадаем назад. Три. Четыре. Пять. Шесть. Давим на пятку, когда встаем. Семь. Восемь. Девять. Спина перпендикулярна полу. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично, растянули свои ягодички. Могу сказать вам, что вот эти все упражнения я использую в разминке. Даже часто, когда готовлюсь к каким-то беговым тренировкам, после того, как я сделала стретчинг, я обязательно включаю их в разминку. Они больше подготавливают мои мышцы к тому, чтобы начать быстрое ускорение или, например, сделать штангу. Так что рекомендую вас включать их в любую тренировку. Ну а для начинающих это будет очень тяжелая тренировка на функциональную выносливость и на тренировку ягодичной мышцы задней поверхности. И теперь у нас выпад в сторону. В одну сторону 10 и в другую сторону 10. Максимально в этом упражнении стараемся через верх присесть на ягодицу, растянуть ее и вернуться назад, практически не используя, не приставляя ногу. Итак, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Даже я запыхалась. Ну что, на другую ногу. Раз. Два. Три.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Молодцы, чуть-чуть отдыхаем. И у нас достаточно сложное следующее упражнение. Это отведение ноги, как в барьерном упражнении. Руки можно поставить за голову. И делаем, приводим к себе ногу. Раз, как будто мы перешагиваем через что-то. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. В этом упражнении очень хорошо прорабатывается грушевидная верхняя часть. Другая. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. И пятое упражнение. В самом конце оно идет на добивание ягодичной мышцы. Нам нужно лечь на пол. Хорошо, если у вас есть коврик или полотенце. На крайний случай. Руки парты. Голова лбом лежит. И мы разводим, напрягаем коленки и разводим в стороны ноги. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы! Первый круг закончен. Отдыхаем. Итак, в заключение хочется сказать, что мы надеемся, что вы смогли выйти в нужные углы, максимально их сделать, потому что от этого зависит, насколько хорошо вы проработали ягодичную мышцу и заднюю поверхность. Подписывайтесь на наш канал, смотрите нас, мы вас будем радовать новыми и новыми тренировками. Ставьте лайки и пишите комментарии. Хорошего дня!